так вышел отдохнуть от этого шума и жары. Давай, иди вперед. Пойдем, я покажу тебе Канары ночью. Причем не с лучшей стороны. Какое освещение, какое количество лампочек. Можно только позавидовать. А я здесь был первый раз в 87 году, в прошлом веке. 15 лет назад. Мама дорогая, 15 лет, какой я. Старый. У меня там рабочих нету? Нет. Берег манит и зовет. Да. А вон там далеко-далеко островчик Гомера. Ну и так, лабуда. Ну что, пойдем посмотрим, как у нас несется. Да. Гнук? Гнук? Гнук. Вахта проверена. О, еще один типичный представитель. Пугающий. Ну, дайте нам интервью. Дайте нам интервью. Как вам живется в Канарах? Дэн Бау. Конечно. Ночные Канары. Ночной пароход. Он вздыхает. Пойдемте посмотрим, как у нас обстоят дела через 40 минут после нашего первого выхода в эфир.
через 1:20 после первого этого эфира. Время летит незаметно. Вахта идет быстро, работа, суета. Ночная вахта, она самая тяжелая. Ну а что делать? Мир не без трудностей. На этом мы сегодня заканчиваем свой репортаж. Ночной. Скоро светает, будет утренний репортаж.